Здравствуйте, это Фазмофобия, Софья, Илья, Ярик и я. Чё ты поёшь? А ещё Игорь, Ралиф и Женя Носков. Да. Чё? Чё ты поёшь? I kiss you, brother. А-а-а, всё понятно. Чё? Ой, микрофон мой любимый. Take a low, take a low. О, это зря. Сейчас тебе прилетит за твою fake love. Софья, ты слышишь, что он делает? Я стараюсь абстрагироваться. Карточки у нас. А, в джинсах есть. Карточки — это хорошо. Коридоры заняты. Нет, один есть. Да? Какой? Ой, дальний? А меня не пишу, да? Ну ладно. Не было. Что ты говорил? У нас гаражи. Я говорю, что это иду. Комната с куклой. Прятка. Кость в салатовой комнате. Дальняя комната, первый шкаф. Вроде как я понял. Звуки микрофона, кстати. Нашел? Звуки микрофона пробиваются. В коридор второго этажа. А вы комнату нашли? А как вообще празднуют Рождество? Ну, в церковь ходит. Да. Да? А, тут я ты думал, не просто знаю. С семьей. Ну, это католическое. Церковный. Ну да, католический у вас так, да. А у нас в церковь ходит. На службу обычно с 6 ночи. Я и православные умею, там кутю варят, всякое такое. Ну не, да, было бы приходят странно, эти. Если бы в церковь пришел. Кстати, ходят эти колядки поют. Как клоун церкви, ты про это? Да. Да. А, у нас церкви я вообще не претендую. Так, я и захотел, может, я хочу. Подозрительный коридор второго этажа все-таки. Ну ладно. И мне что за пути? Опа, где дверь? Не видел. Тут что ли? А не слышал? Я слышал что-то. Я слышал. Может, первый этаж? Я сказал про еду, я больше ничего не слышал. Я слышал пение Софьи. Опа, это первый этаж, коридор. Да. Микрофон сработал. Да? Ничего не вижу. Вот дверь, дверь. Где нет? Вот у тебя ванна. Двоечка. Есть печатков? Нет. Нет. Ванна или куда? Это ванна. Ванна. Эй. Блин, а куда повесить этот лазерный, чтобы он не мерцал так сильно? На стену? На стену. Окей. Стоп, я понял. Забрали прямо из рук. Нам датчик надо? Нет, вроде. Свечку надо. Свечку надо. Ой, дверь дергается. Ой, следы. Я ничего не вижу вообще. Я вообще ничего не вижу. Здесь просто все закрываются. Вот так, видишь следы? Вон следы. А сейчас вижу, вижу. Блокнот пишет. Свечка работает. Сейчас будет этот взаимодействие, скорее всего. Спалило благовоние? Нет, записи нет. Нет. Ты здесь? Ну, это... Ты рядом? Зажигалка работает. Ты молодой. Ты старый. Ты добрый. Ой, нет, ты, что ты делаешь? Ты молодой. Ты старый. Что так светло? Ты добрый. Ты злой. Ну блин. Нет, поставь на под камеру. Нет, под камеру. Ой, тут минус, ребят.
Уже не надо. Минусы записи, да? По-моему. Тень, Димон, Ревенант, Марк. Да, минус. Окей. Минусы. Записи. Это не Димон. Ну да, мы бы были мертвы. Микрофон. Похоже на тень. Ой, извините. А вот отпустили человека поговорить по радио, все? Мы можем дернуть карты да побежать. А что тут мячик делает? Вы тоже это видите? Ну да. Странно. Давайте, как обычно. Софья, сейчас ты что поешь? Я думал, очень тихо просто. Не, я все равно не понимаю. Софья, сейчас вообще не громко. Сейчас вообще не тихо, Софья, очень громко. Мне кажется, я делал потише. Я все равно не понимаю, что ты поешь. А, нет, Like Water. Я могу, нет. Венди, да? Да. О. Давай, Эри. Нет. Я зажила, зажила, зажила! Это Ревенант. Как он? Не убил никого? Нет. Нет. Фух. Чего все в одном? Успела зажечь. Ой, о, все зажгли. Ревик, да? Ревик, Ревик. Да, реально, у всех просто подгорело. На панике просто. Ну, не... Было страшно, он прям резко такой. Вообще пиздец происходит. Тупо да, появился прям у нас. Он на песню пришел просто. А чё? Так он у нас и появился. Всё, уезжаем, получается. Подожди. Спокойно. Мне опять приходится сделать 80 минут. Чего он не может делать? Я пытаюсь понять, не могу. А ты вроде не поймешь. А кто это? Кай. А, нет, тогда не пойму. Вот именно. Выходим. Да. Что-то катки такие быстрые стали вообще. Это тебе не ДБД. Поехали. Да, поехали. Надо найти какой-то типа усложненный кошмар в своих настройках. Угу. В Ютубе покопаться, я думаю, кто-то уже нашел, типа. Да мы сами можем покопаться, сами. Да ну, блин, чисто время потратим ненужное, зачем? Я думаю, уже кто-то нашел. Да. Можно со скоростью поработать. Со скоростью призрака, с нашей. Всем пока.